Поздно вечером 3 февраля появляется очень тревожная информация, что в небе Российской Федерации зафиксированы 10 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, которые взлетели с аэродрома Оленья. Хотя цель взлета – тренировочные полеты, но все же это очень и очень опасно. Примерно через час информация по Ту-95 обновляется. Ту-95 проводят учебные пуски ракет в воздушном пространстве Мурманской области. Опасности для Украины нет. И примерно еще через час поступает инфа, что Ту-95 идут на посадку. Но уже в 8:30 вечера 3 февраля поступает весьма и весьма тревожная информация, что фиксируются пуски ударных беспилотных летательных аппаратов типа «Шахет» 131-136 с аэродрома Приморск-Ахтарск Российской Федерации, вектор движения южные регионы Украины. Около 10 вечера информация по «Шахедам» обновляется. Зафиксирован пролет 5 групп дронов «Камикадзе» через Херсонскую область в сторону Николаевской. В Николаевской области дроны «Камикадзе» меняют вектор движения и летят вглубь регионов Украины в сторону Кировоградской области. Больше сообщений о дронах «Камикадзе» не поступает. В Одессе ночь 4 января проходит спокойно, напряженно. Сигналов воздушной тревоги, канонады работы ПВО, ракетных прилетов и прилета дронов «Камикадзе» зафиксировано не было. Вот такие новости у нас в Одессе и в Украине. Моим дорогим соотечественникам и землякам мирного неба, всего самого наилучшего. Берегите себя, дорогие мои, и даст Бог. До новых встреч!